Ну что, всем привет. Приехали мы на очередную рыбалочку. Думаем, последний лед уже. Лед потемнел. Не знаю, посмотрим. Будем ловить на мормышку, на мотыля. Ну да. Что, хотим попробовать на это белый хлеб, да? Да, всем попробуем. Нас посоветовали. На стоячку. На белый хлебушек ловить. Посмотрим, как у нас будет. Может, еще и не последняя рыбалочка. Ну да. На льду в этом году. Но дорога уже ужасная. Уже не проехать. Как бы тяжеловато ехать по такой дороге. Ладно, что, начнем рыбу ловить? Давай будем ловить рыбу, короче. А там будет видно. Да. Глубина меньше. Ой, сразу клюнул. Что-то непривычно, сразу глубина меньше. Ветерок поднялся на улице. Было вообще прям тише. Опа! Какой красавчик! Ну вот, всего мы... Вот он, хорошенький какой. Какой хороший. И весь его скрючило. Клюет. Это самое главное, что нам еще нужно на рыбалке. Сидит, а я все ловлю. И сидит. Все запутано. Вот играешь быстро. Ему нравится, он клюет. А на медленную игру всегда по-разному. Когда-то на медленную, когда на быструю игру. Короче, надо темп менять и по-разному играть. Я же сказала, на быструю игру. Надо экспериментировать. Короче, сидел на одной лунке. Вот столько я поймала на одной лунке. Надо переходить на другую. Наконец-то. Это ты у меня. Оп, сразу еще одна поклевка.
Так, отдели мотыля новенького. Сейчас по-любому будет поклевочка. Наверное. Вот, я же сказала. Точно. Любит он свеженького. Опа, еще один. Такой клев у нас вот здесь. Просто сегодня еще погода хорошая. Ни ветра, ничего. Наверное, это нравится им, окуню. Вот он, красавчик. Вот весна уже вступает в полную силу свою. Все уже тает, протаивает. Вот мост такой небольшой. Все. Ручейки журчат. Ну вот, половили мы на том острове. Сейчас переходим на другой остров. Да, Сереж? Да. Я говорю, идем на другой остров. Ну да. Вообще на другой карьер. Ну да, на другой карьер, вернее. Что-то я остров. Самое главное, потом машину свою найти, потому что тут можно запутаться в этих вот островах. И в карьеру. Потому что все одинаковое. Ну да, я буду потом тут до завтрашнего дня машину искать. Посмотрим, может здесь будет плотва клевать. Там-то окунь клевал. Здесь у нас тогда тоже окунь клевал. А плотву вот надо искать. Наконец-то Наташка плотву поймал. Первая плотвичка. Да. Будем надеяться, что будет клевать она. Ну да, хочется, конечно, плотву наловить. То что эти окуни-то они уж надоели, честно сказать. О, какой кушок. Хороший. Снова окунь. Оп, на падение взяла кушок. А я думала, плотвичка. И снова окунь. Он сам отцепился. Опа! О, какой окушок еще один хороший попался. Таких я люблю ловить. Таких и приятнее ловить даже. Это я, правда, съел всего. Садили мотыля. Сейчас смотрим, как они на свежего мотыля будут набрасываться там под водой. Опа, плотвичка. Сразу на свежего мотыля взяла. Нападение. Сейчас все убегут. Рыба. Ну, плотвичка, нападение опять.
котвичка любит свежего мотыля. Только посадишь. Чуть не убежала. Все, все, успокойся. Насадишь мотыля. И нападение сразу плотычка. Хоп. Сижу на одной лунке. И окунь, и плотва. Все тут как бы клюет нормально. Но нам надо сейчас перекусить, отдохнуть. А потом мы продолжим нашу рыбалку. Это точно. После обеда поклевки уже, конечно, не такие, как с утра, но все равно клев есть. Вот опять съел мотыля. Опа. Вот он, окушок. А что-то плотва перестала брать. Какое-то время поклевала и все. Может, еще будут, конечно, поклевки. Не знаю. Посмотрим. В основном пока окунь. Серегу нас ловит он на другом. Острове. Не знаю, что там у них. Мы сидели, был, конечно, такой сильный ветер, что поклевки было, вообще было тяжело увидеть поклевку. Сегодня спокойная погода. Хорошенький. Что бежать? Угадала плотва на опускание. Стандартную ее поклевку на опускание. Она хочет тоже бежать в лунку у меня. У меня все хотят бежать сегодня. Может, проснется, плотвичка будет клевать. Плотвичка там сидит прям 100%. Сейчас посмотрим.
смотрит. Если там, конечно, мотыля не съела. Нет, вот он. На опускание. Иногда клюет так обманчиво. Мы думаем, плотва. На самом деле это окунь. Опустил и сразу клюнул окунь. Красные. Ну вот съел всего мотыля. Точно, я угадала. Глубина хорошая. Да? Больше, чем там, да, получается. Ну, да. Правда. Знаю, карьер тут много. На каждом карьере рыбы ловится по-разному. О, это. О, один есть. Окушок. Да, дай ты мне мотыля ты. Как взял, ты со дна или нет? Непонятно. Ну вот одна практически. Ну, глубина 1-2 метра, наверное. Ну, хорошая глубина. Латвичку хочется плавить. У тебя мормышек муравей? Да, а у тебя беленькая. Да, у меня беленькая. И ну я тогда ловил тоже на муравьев здесь. Ничего вроде. Клевало. У них что, чуйка что на эту камеру? О! Папе. Который кусался.
маленько вот немножко отдохнула. И прям опять клюв какой был. Сейчас что-то опять не тишина. Что, рыба подходит так? Ну да. Может, как мне надо уйти из нее, чтобы рыба подошла? Да. Что, она чувствует меня? Нет, почему? Просто ломка, она должна отдыхать немножко. Бывает, вот сидишь, ничего не ловится в этой лунке. Ушел из нее, посидел минут 15 или в другом месте. Пришел опять на ту же старую лунку. Опять она будет ловиться. То есть похлебку сразу будет. Вот и подошел наш сегодняшний рыболовный день к завершению. Половили хорошо, были на двух карьерах. На одном карьере ловился чисто один окунь, плотвы не было. На другой карьер перешли, там уже плотва. Ну и окунь там тоже ловился, покрупнее, чем здесь. Плотва хорошая какая, да, клевала? Ну да. Вообще рыбалка классная была. Конечно, погода немножко изменилась после обеда. Сначала вроде бы солнце выглянуло. Да, а сейчас ветер. Опять все затянуло, ветерок, да, поднялся. Лед уже рыхлый. Не знаю, опасно уже по нему ходить. Ищешь плотные места, чтобы ходить, чтобы ну, не провалиться, не искупаться. Здесь все-таки ну, глубина хорошая. По 2 метра точно. Да. Местами есть. Так что это, наверное, скорее всего, уже последние рыбалки. Или предпоследние. Да, может быть, предпоследние. А так, рыбалка довольна, жена довольна. Да? Так что всем, кто понравилась наша рыбалка, ставьте классики, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал обязательно. Впереди много интересного. Да. Всем пока. Счастливо.